Так, друзья, я вас приветствую. Мы снова у Железова в гостях, точнее моего компьютера. Сейчас мы с вами еще одну тему разберем, потому что я думал, что это дело дальше не пойдет, а оно пошло. И сейчас один из продолжений гигантского механизма. Лохотроном нельзя назвать, саженцы настоящие, но к моменту посадки они мертвые. Получается, что нельзя мне прекращать эту работу. Вот перед вами славные денечки. Вот. Это я на семинаре в Москве, в своем семинаре. Вот он, вот он. Вот здесь сидит, вот он я, а вот рядом Мараховская Ирина. Это мой хороший товарищ. Вот, и мы с ней в свободное время пошли в магазин. Что мы там увидели, сейчас вахнет. Итак, вот он магазин. Она представила. Это очень важно, потому что это плавно из 2015 года перетекло в 2021 год. Причем приняла гигантские масштабы. Тогда я только там это видел. Фирменный магазин. Вот вы видите, что, и обратите внимание, на вам пригодится, потому что прошло 6 лет, будем сравнивать. Вот. Посмотрите на эти коробочки. Вот. В этих коробочках только за стулья взялись, нет, мертвые саженцы. Вот. Это был февраль. Кажется, 15-й год, может 14-й, может 13-й. Ну, февраль. Февраль, подчеркиваю. Бедная женщина. Вот. Это не все, что я хотел вам показать. Я показываю крупный план. Снимали тайком. Боялись, что вдруг там еще снимать запретят. Она меня прикрывала своей хрупкой спиной. Вот они, мертвые саженцы. Вот. И, наконец, распотрошили. Вот она коробка. Все по-честному видите. Вот, и наконец вы видите саженец, который я достал и полюбовался. Сейчас поймете, к чему я все это рассказываю. Саженец мертвый. Вот я обратился, там на кассе сидела женщина, я говорю, откуда дровишки? Она растерялась, сейчас позову, как она его назвала, это там, товароведа. Пришел товаровед, сразу сказать не могла, долго молчала, долго. Потом сказал из Польши. Ну, на этом, казалось бы, все. Вебинар я свой провел. Вот этот вот. И, значит, надеялся, что постепенно-постепенно в стране все наладится. Хотя, мне сейчас кажется, что даже 1000 вебинаров, семинаров таких, 100 тысяч семинаров, ничего, в принципе, исправить не могут. Почему? Сейчас поймете. После этого ко мне несколько раз приходили фотографии, где люди фотографировали в таких коробочках, вот таких вот коробочках, еще, еще, и еще. Куда ты мне делаешь коробочки? Вот, еще, еще, еще. Коробочка от меня прячется. Вот эти вот. И, наконец, я увидел в магазине, который называется «Семафор» или «Светофор», я видел точно такие же коробочки, точно такими же мертвыми саженцами. Вот. Даже фильм снимал тихонечко, тоже меня женщина, я как бы консультировал ее, как бы полголоса, тоже есть такой фильм. Вот. На этом ничего не закончилось. Внимание, смотрите, вдруг я получаю вот такую вещь. Вот. Нет. Ага. Вот это вот ко мне приходит. В моей голове сейчас все перемешалось. То, что было 18 лет назад, то, что происходит сейчас. Начинает всплывать. Всем привет. Вот, видите? Итак, смотрите внимательно. Почему? Потому что съемка это была 25 января. Заметьте, кто не знает, что январь это середина зимы. Может кто-то не знает. Три зимних месяца. Декабрь, январь и февраль. Вот. Самая середина зимы. Ну, к тому же вы знаете, что середина зимы считается даже времена крещенских морозов. То есть
получается, что Новый год прошел, а самый сильный мороз еще впереди. Вот только прошли крещенские морозы, и вот очень интересный человек взял и сделал эту съемку. Я уверен, что 100% она рекламная. И подставит тысячи людей. Итак, съемка делалась в Воронеже. Такие же, Воронеж, крупный город областной. Вот. Разница между тем, что я фотографировал в Москве, вот эти же, все это же в Воронеже, разницы нет практически никакой. Вот. Но здесь саженцы еще были живы. Сейчас я вам покажу. Вы будете где-то даже в шоке. Весь фильм, тут 28 минут смотреть не будем. Будем выбирать кусочками. Так, поехали. Ну, вначале для затравки. С вами Юлия, и вы на канале Дачная Ярмарка. Друзья, сегодня мы с вами в Воронеже, в магазине Ашан. Сейчас мы с вами пойдем в магазин и посмотрим на саженцы, которые уже сейчас есть в продаже. И постараемся с вами выбрать что-нибудь для нового сезона. Ну что, пошли? Напоминаю, 25 января делаю съемку. Вот сейчас вот это все я опускаю, цветочки. Цветочки каким-то образом еще можно сохранить до весны. Наверное, посадить горшки. Может быть, я не знаю. Вот деревья, они зимой в квартирах не растут, они погибают. Вот. Есть комнатные растения, или там зимние сады, зимой плюсовая температура. Выращивать лимоны, там всякие киви, апельсины, мандарины. Это есть. А просто в квартире вырастить невозможно. А вот цветы я не знаю. Может быть, здесь и нормально, что купят, и возможно, они даже посаженные. А где их сейчас хранить-то? Только в квартирах. Может, они даже и не погибнут от этого. Хотя, мне кажется, тоже цветы бывают и комнатные, а бывают и полевые. Ну, вникать не буду. Давайте просто посмотрим еще. Сейчас я увеличу картинку, посмотрим еще лилии. В общем, это все я пробегаю, сейчас поймете почему. Нас интересуют древовидные растения, то, что мы называем плодовыми. Вот. И это очень важно, потому что сейчас вы будете в шоке, я вас буду призывать, ради бога, не покупайте. Они, это так же, как я вам показывал, московский фирменный магазин, они просто помрут. Вот что-то уже начинает быть похоже на саженцы. Вот. Ладно, роза. Давайте чуть-чуть послушаем. Нормальные растущие в открытом грунте у вас потом в саду цветы, которые приживутся и будут хорошо себя чувствовать. Я в прошлом году покупала, я вам показывала, каким образом я сохранила. Немножко меня там розоводы покритиковали за способ посадки, который я показала в видео. Но хочу сказать, что на сегодня розочки, которые таким, может быть, не очень правильным способом, как я вам показывала, я высадила. Так, я понимаю, многим даже пригодилась эта информация. Но еще раз, я садовод, цветоводы, это другие люди. Вот. Давайте попробуем, поищем дальше. Гортензии тоже. Простите меня, но мы будем говорить только о древовидных растениях. Ну, кустарники тоже. Вот эта смородина, она уже проснулась. Ну, ясно, там наверняка полиэтилен завернутый, она в грунте. Она проснулась. И еще, так смотрите, даже февраль, март, апрель. 2-3 месяца до высадки. Она уже не выдержит, это я вам говорю, она уже не выдержит. То есть, хорошо, если потом листики завянут к этому времени. Спасение есть, я вам заранее скажу. Если их кто-то еще месяц-два, а потом пойдете покупать, а вам уже продадут или полугнилые, или к этому времени уже их выбросят по принципу отходы. Вот. А если вы все-таки умудритесь купить сейчас, все-таки она очень надежная вещь, вот эта смородина. Хоть красная, хоть черная. И, может быть, при погребе при новой температуре она еще и до весны доживет. Какой-то шанс есть. Зеленеет и красная, и черная. Вот, кстати, знаете что? Смородину красную хочу. Такие есть.
красная в коробке, уже в распустившемся состоянии кустики. Вот веточка с почечкой. Друзья, голубики еще достаточное количество жив. Не встретили, сколько же стоит гортензия. 19 рублей. Нас интересует и вишня. 269. Так мы с вами не встретили, сколько же стоит гортензия метельчатая. Мы обошли вокруг с вами сейчас этот стенд. На гортензию нет ценничка. Значит, ее вообще только что привезли. Так что, друзья, свеженькие саженцы. А вишенка, ну, вот, как жалко. Цветет. Вот ради этого я, понимаете, подлость какая. В середине зимы не смогли сохранить саженцы до весны, чтобы весной продать. Вот отсюда начинается чистая подлость. Ведь, понимаете, любому человеку там есть консультанты. Подойдет, все скажут, да у вас же вишня цветет. Ой, скажет, здорово, значит, она взрослая, значит, у вас будет цвести. Пусть даже листики опадут, все будет нормально. Ничего нормально не будет. Вот, это живой труп, потому что на улице январь. Понимаете, что делать? Ни малейшего понятия, как сохранить дерево до весны. Вот. А потом я вам покажу. Знаете, что там будет дальше? Там я умудрился найти мельком. Она не ставила такую цель предупредить нас, мол, не покупать в январе. Наоборот, это рекламный фильм. А там будет написано «Хранить», я вам покажу. Я даже фотографию отдельно сделал еще. «Хранить при температуре 0 плюс 2 градуса». Ну и смотрите, где тут 0,2 градуса. И цветочки на это цветут в январе. Какой к черту 0,2 градуса? Это такое нарушение всего. Это такая невероятная, назвать, я уже одно слово назвал грубое, просто назвать, даже некомпетенция нельзя. Они прекрасно знают, что еще месяц не купят, вот это все будет мертвое. Кончится в этих самых пакетиках, которых корни, кончится влага. Сейчас все это испаряется. Вы думаете, почему я вам показывал буквально перед этим мертвые саженцы? У них все испарилось. Они даже не это, на них листики не появлялись. Они пока спали, у них оттуда из корней. То есть штамбики все равно испаряли влагу. И высохли, и умерли. Вы представляете, что творится? Че, ты уж красавица. Ага. Ни стыда, ни совести нет. В январе вот это показано. Жалко смотреть на распустившиеся в магазине. Вот. Жалко смотреть на распустившиеся в магазине. Ну-ка, ну-ка. Очень хочется, чтобы они обязательно попали в хорошие руки. Непременно стали красивыми, мощными, взрослыми, плодоносящими деревьями. Правда? Ага. Почему-то мне всегда вот очень жалко эти растения. Всегда. Конечно, на обрекли на медленную смерть. Хочется им пожелать удачи, чтобы им повезло. Немножко малина в коробке 189,90 и ремонтантная 249 рублей. Такие вот цены на разные сорта малины. А вот, друзья, ежемалина. Вот 299 рублей. Вот такая вот красота. Ежемалина. Ну и куда посреди зимы ежемалина? Вот видели, сколько... Любите сладкое, но боитесь поправиться? Ребенок просит вкусненькое, а вы постоянно отказываетесь. Друзья, дальше опять идут у нас саженцы декоративные. Ну, посмотрите, гортензия древовидная. 449 рублей за штуку Кутепова. Это питомник. Вот. Запомните, то, что присылали мне раньше, я вам показывал в видеофильмах и на вебинаре. Вот таких же коробочках было написано Кутепова. И там было, кстати, очень низкого качества. Боюсь, что вот это все... Ладно, не буду Кутепова трогать, почему, и тоже кушать хочется. Но... Вот в таких вот упаковках. Вот эти кутеповцы, их беда в том, что все это вот сейчас, ну как сказать, ну может быть не кутеповцы. Кутепова, например, прекрасно взяли, выкопали вовремя. Посмотрите, торцы замазали, вот, наверняка корни упакованы. Они отдали в продажу, получили, может быть, какой-то процент или
по реализации это дело пойдет. Но отвечает ли Кутепов или нет за то, что в магазине хранится не при 0 плюс 2, а при 22 градусах или 25? Отвечает или нет? Ведь дальше идет это самое. У меня был такой случай. Один товарищ прикинулся моим другом. Он накупил саженцев, написал саженцы железа, утроил мою цену, то есть раза дороже. Вот. Продавал подпольно, назначал свидание где-то на автовокзале и говорил, вот он саженцы железа, полуподпольно. А у меня это несколько лет назад спрос был бешеный. Это часто за вас умирает и спрос падает. Вот. А я потом возмутился, выставил на чистую воду, заработал врага, вот. Его слова были, ну мне же надо как-то зарабатывать, вы понимаете? А я-то ему что отвечал? Ведь у людей покупные саженцы с юга, а на них написано саженцы Железова. Люди будут верить, а потом, когда они все померзнут, до единого. Ведь какой удар будет по мне? А кто потом поверит, что у меня есть агротехника? Что я не просто садовод, особый садовод, что мне удалось поднять на несколько градусов морозостойкость деревьев. И вдруг продаст тысячу мертвых. И вот теперь Кутепов, я поэтому и говорю, они виноваты или не виноваты, что посреди зимы на верную смерть, вот сейчас они умирают. Они не живут, нет, они умирают. До весны за 2 месяца умрут 100%. Они сохнут в тепле, сохнут. Даже если бы 0 плюс 2, и то бы сохли. Но там бы медленнее бы, может быть, дотянули бы до весны. Или хотя бы не в такой упаковке, а, ну как сказать, вот человек, допустим, я не только критиковать умею, совет, вот купили сдуру, слово сдуру я не зря применил, купили сдуру, значит, полиэтилен, завернули полиэтилен, а потом уже в холод дожить до весны, может быть, даже в снег, глядишь, заживут. Идем дальше. Почков она. Некоторые уже проснулись. Нет бы корни показать. И вот такая вот роза. Кутепова. И вот эта красота какая. Не знаю, мне они на картинке очень нравятся. Хотя в жизни я больше люблю стандартная. Одна... Где она есть? Это я листаю. Это циника. Сейчас... Почему-то мне кажется, что я сейчас покупку произведу. Боже мой, чубушник, господи, я не даже знаю, что это такое. Миннесота. А может, они перекупщики, может быть, это все из-за рубежа пришло, но тогда у них еще длиннее путь. Ну, надо как-то это, вот, питомник Кутепова, наберите, спросите, кого интересует. Вот, если свое родное Кутепов сказать, значит, надо просто умудриться вовремя купить, сохранить и иметь всю эту красоту. А если как там было написано Миннесота, может быть происхождение Миннесоты, а может и прислали оттуда, кто его знает. Так, что тут дальше у нас? Дальше у нас, это я быстро листаю. Ива цельнолистная, ух ты. А, все, ребята. Итак, я не болтун. Здесь на Иве цельнолистной написано, я уверен, написано на всех. Хранить в темном месте при температуре 0 плюс 2. Вы видели темное место? Вот оно на дальнем плане. Вот это я ради этого я и устроил вот это вот самое, как он называется, бенефис. Сейчас вы еще увидите. Ой, так, это, наверное, реклама. Вы знаете, что вот такие вот 3D-квартиры и дома сейчас можно делать без сложных программ и без мощности? Гортензия, это моя слабость. Когда-то у меня была довольно приличная коллекция, тебе день дать. Поэтому гортензии сейчас комплект сажаю. Вот, кстати, голубик хорошо, друзья. Это в такой вот простенькой упаковочке. 340. Брат. Войлочная вишня. О, кстати, то. Войлочная вишня, это уже ко мне. Тоже хочу завести этот кустик. Очень приятная вишенка. Небольшие кусты, но очень урожайные. Достаточно вкусные вишенки у них. Во всяком случае, войлочные вишни кислые. Я ни разу не встречала. Мне кажется, войлочная вишня, она уже точно будет сладенькая.
389 рублей за упаковку. Ну, дама преувеличила насчет сладости. Они кисло-сладкие. Есть более кислые, есть более сладкие. Вот. Часть из них, я не знаю, здесь могут оказаться совершенно кислыми. И такие я встречал. А съедобные тоже бывают. Вот как теперь верить ей? Она же хочет только купить, она же не пробовала. А вишня, молочек, да, идет хорошая слава. Если произвести отбор, даже взять с одного куста, вырастить 20 потомков, детей, вот, и у них уже будет разный вкус. Может и повезет. Вишня, виноград плодовый 269 рублей и малина 249, жимолость 319. Ну, такая вот здесь у нас красота. Только-только начинают просыпаться эти саженцы. Поэтому здесь еще можно выбрать здоровые, полноценные растеницы. А вот, друзья, уже пошли серьезные штуки. Абрикот. Вот. Уже прям деревья. Видите? К весне все будут мертвыми. Прям сразу с банками с вареньем. Груши и вишни, черешни. Черешня в ассортименте 399, груша 349, абрикос 469 рублей. И вот тут у меня большие сомнения. Пока раз мы увидели черешню, грушу, яблоню, даже абрикос еще можно вырастить. Там, где будет наверняка на этих коробках название фирмы, где растет. Но черешню, извините, вот тут явно мне теперь кажется, но я могу ошибаться, звоните, набирайте это самое. Там есть все данные, помните? Фирма, которая, не фирма, а канал, который снимал это кино. И узнайте, откуда дровишки. Вот такая, друзья, у нас с вами сегодня прогулочка по Ашану. Семена уже появились в достаточном количестве. Семена мы какой-то из ближайших, наверное, походов сюда посмотрим, потому что сегодня мы довольно долго погуляли, посмотрели саженцы, а семена будут в одном из следующих обзоров. А с вами была Юлия и канал Дачная Ярмарка. Друзья, не про... Ну, в общем, посмотрели, да? Значит, выделяем главное. Хранение ужасное. Посажены при этой температуре на смерть. Они не спят, и они, те, которые еще без листьев, может уже не проснутся, потому что все это происходит почти мгновенно. Для деревьев месяц это мгновение. Смотрим сюда, чуть-чуть возвращаемся к нашим, чуть не сказал, баранам, это нас за баранов выдают. Вот, вот эти есть. Прошло 8 лет, 6-8 лет. Вот, что, видели, разница какая. Вот Москва, Василетия. Они же, это же фирма. Ну что, смотрите в глаза. А, вот еще вы знаете как? А вот так бы заглянуть еще, знаете куда? Вот в этот же Ашан, да? Увидеть бы, вот тут хорошо видно вишню. Запомнили, как выглядит? Давайте посмотрим. Удастся ли нам... А у меня, знаете, где эта вишня? Я готовлюсь к вебинару. У меня сегодня вебинар, он еженедельный, присоединяйтесь, так? А вебинар у меня вот здесь. Вот. Я тут сюда тоже вставил несколько фотографий, чтобы покритиковать, отвести душу. Сейчас посмотрим. Нет, это ниже, значит. Вот это у меня материал для вебинара. Я не просто говорю. У меня за всем стоит фотография. Бесконечная фотография. Тысяча фотографий. Сейчас попробую найти. Куда нам спешить, да? Вот. Знаете, что здесь хотел подчеркнуть? Перестал резать деревья, чему не сказаны рады. Абрикоса больше. Смотрите. Ивановская область. Город Кинешма. Человек пишет, Норин Сергей, абрикоса больше в городе нет ни у кого. Рядом академии, институты. Вы представляете, как все в холостую работает? Страшно даже подумать.
Но нам надо заканчивать, а я пока все еще ищу. Вот они, вот они, вот они. Вот это те же самые. Итак, это... Сейчас. Где наша бабушка? Вот она. Вишенки, как же они выглядят. Если коробка та же самая, это еще Москва. Вот это теперь современное, то, что мы сейчас видели на этом. На этом. Может, тут увидим коробку? Она нет. Ну ладно, по-моему, коробка немного отличается. Ну-ка, как же. Вот бы специальное бы расследование провести. У нас, к сожалению, мало таких добровольцев, кто бы хотел всерьез заняться этой проблемой. Вот она, вишня. Или она? Ладно, вопрос остался открытым. Ну, мне кажется, что это все делала одна фирма. Сильно уж все похоже. Сильно. Вот, прошло много лет, лучше не стало. Так, вот. Это я занятия провожу. Лучше не стало. Вот он мертвый саженец, еще раз показываю. Вот, и вот это уже февраль. В феврале все, что в Москве, туда завезли. В феврале при 20 с лишним градусом все это умерло. Вот, в Москве. Воронеж ждет то же самое. На этом я с вами прощаюсь. Получился сумбурный рассказ, но как его, а как по-другому расскажешь? Как? Более благостно. Еще больше денег выбросим. Вот. Больше мата. Меня уже ругают за то, что я так это, сильно уже прохожусь. Еще раз говорю. И вот этот самый кто-то произвел. Вместо того, чтобы держать, выкопать где-нибудь весной ранней, поставить по коробкам и быстрее на продажу покажи его. Но разве можно посреди зимы продавать? Ну. Что такое мат? Знаете научное слово? Перевести идиоматическое выражение. Идиоматическое. Вот я идиоматически выражаюсь. До свидания, друзья. Вот. Если вы это захотите со мной общаться, вот мой сайт. Сейчас. Мне не хочется превращать это в рекламу уже свою. Вот, соцсип. Вот мой сайт. Фотогалерея. Вот. Там, где настоящие эти самые. Настоящий сад. Так, знать бы, откуда вот все, что там в коробках. Откуда дровишки? Тут, по крайней мере, Сибирь уже знаю, что уже, по крайней мере, исключаем замораживание. Оставляем выпривание, мало ли что, но замораживание уже исключаем. Это Сибирь, это Шушинский район Краснодарского края. Вот. Ну что, до свидания, друзья. До новых встреч. Зали Валерий Константинович с вами не прощается.